Предприятию «Ноябрьскнефтегаз Геофизика» исполнилось 30 лет. В честь этой даты во Дворце культуры и кино «Русь» прошли торжества. Геофизикам, которые долго и достойно трудились на предприятии, были присвоены звания заслуженных работников «Газпромнефти». Также многие из них были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами компании. В адрес юбиляра в этот день звучало много теплых слов, и зал взорвался аплодисментами, когда на сцену поднялись три генерала геофизики. Самый первый – Геннадий Шагаев, который основал предприятие 30 лет назад. Михаил Пасечник, при котором «Ноябрьская геофизика» стала одной из лучших в России. И Сергей Слюсенко, который недавно занял пост управляющего и теперь поведет геофизиков к новым высотам. Первое слово предоставлено, конечно, первому руководителю. Все мы, милые сердца, великолепные люди, вы сделали все, что сегодня, чем сегодня пользуется страна и компания. Огромное вам всем спасибо. С праздником!